А теперь настало время для бомжовских обзоров с Честером Эй Бомжом. Сегодняшний обзор на... Мстители. Эра Альтрона. О мой бог, это лучший фильм, который я видел в своей жизни! Свободен я ото всех спойлеры! Есть, короче, такие чуваки, называются Мстителями. Они известны в узких кругах, слышали, может? И они вновь собираются, чтобы отыскать длинную злую палку Локи! Я не про член. Но когда Железный Человек хватает палку, ему приходит ужасное видение. Все его друзья мертвы, и они говорят ему, что это его вина, и он мог это предотвратить. И что он делает? Создает злодея, который всех нас уничтожит, хотя он мог это предотвратить. Он ведь должен быть гением, так? Короче, он берет палку и создает такой искусственный интеллект и называет его Альтрон. И Железный Человек такой: теперь, Альтрон, я хочу, чтобы ты устроил мир во всем мире. Единственный способ уничтожить человечество. О, точно, я забыл указать в коде, что это не вариант. Поздно теперь, я злодей. Знаете, для умника какой-то тупой. В общем, Альтрон улетает за... не детьми Магнито. Не то, что в фильмах про Людей Икс, где они тоже не его дети. И они такие: мы хотим уничтожить Тони Старка. Да-да, я тоже этого хочу. И остальное человечество тоже. Что? Ничего. Хорошо, я не буду уточнять, в чем состоит твой план, и просто понадеюсь, что он в моих интересах. Ну конечно, если тебе интересно умирать. Что? Ничего, кондиционер шумит. Короче, ртуть и Алая Ведьма, которых ни разу не называли ртутью и Алой Ведьмой, атакуют Мстителей и залезают им в сознание. Черная Вдова-то должна оставить Халка, у него поехала крыша. Я не могу, у меня тоже. Но только ты умеешь его успокаивать, и почему-то ты другого никого не научила это делать. А ты почему не сделал железные костюмы для всей команды? Ты, блядь, серьезно? И Железный Человек влезает в свой супер-дупер охеренный костюм, который стоило достать еще в дюжине другой, блядь, случаев. И использует его против Халка. Халка, а не Альтрона. Потому что я, блядь, именно в этот момент мечтаю увидеть костюм не во время финальной мега-схватки, а когда надо успокоить Халка. Этот костюм и Альтрон. Арахисовое масло и желе. Как можно не догадаться их совместить? Ну да ничего, я просто накурюсь и все увижу в голове у себя. Собственно, я и так вижу какую-то херню на экране. Почему она не прекращается? А потом они решают отдохнуть от драка и отправляются делать Соколиного Глаза интереснее. Ртуть и Алая Ведьма внезапно решают переметнуться. Мы хотим быть за вас. Как-то внезапно, не? Не так внезапно, как роман Черной Вдовы и Халка. Она просто пытается привлечь больше внимания, чтобы выпустить игрушки. По ней нет игрушек? Говорят, парни не покупают игрушки Черной Вдовы. Может быть, потому что их, блядь, просто нету? Может, снова начнем делать вид, будто на свете нет неравенства? А, как Fox News. В точку. И тогда Железный Человек, явно ничему не научившись, пытается создать искусственный интеллект снова, только дав ему тело. И по логике комиксовой науки все срабатывает, блядь. Я глупо выгляжу, фиолетовый мужик с плащом. И почему твой вид не вызывает у меня смеха? Я просто излучаю уверенность и лазеры в лицо Альтрона. А так вот почему ты меня не смешишь. Я все еще под кайфом, так что твой вид кажется нормальным. И тут Альтрон решает поднять гребаный город в небо и жахнуть его со всей дури об землю, словно гребаный метеорит. И Мстители такие: надо разбить этот остров на миллионы осколков. Что даже по логике этого фильма должно нихуево так покоцать землю, но... смотрите, камео щита! Я Сэмюэл Джексон, и я все еще крут, пока. В общем, они наконец побеждают Альтрона, и у всех все хорошо. Ну, кроме Халка. Халк, ты куда полетел? Пусть даже я большой зеленый монстр, не умеющий думать, но я внезапно задумался, и мне нужно побыть одному. Нет, Халк, мы знаем, в чем дело. Ты просто хочешь еще один собственный фильм. Прошлые два так и облажались, я должен убедиться, что у меня все еще есть надежда. Так почему же ты улетаешь от меня? Мы оба знаем, что тебе фильм не светит, а даже игрушку заслужить не можешь. Блять. Вообще-то трудно быть большим и зеленым. Заткнись! Короче, они все-таки добавляют персонажей в команду Мстителей, но среди них нет ни Человека-паука, ни Росомахи, так что мне посрать. Конец! В общем, эра Альтрона просто охеренный. Мне даже захотелось создать своего супергероя. Синего чувака, которого бы оживили волшебные кольца, олицетворяющие собой все элементы. Я назову его Утка Говард. С вами был Честер и Бомж, и напоминаю, у вас есть мелочь? Мелочи, ребят, ну блять, ну вы че, помогите парню, блять, найдите мелочи, уже заебали. Да я на нее притащу призрачного гонщика в следующий фильм. Да все же хотят увидеть Николаса Кейджа в Мстителях. А перевод предоставлен сайтом kgportal.ru. Озвучка и адаптация. Я, Менлигореев Максим. И извините за мат, ребят.